Махачкала вошла в десятку популярных летних направлений для отдыха. По результатам исследования, столицу Дагестана стали чаще других рассматривать в качестве места для летнего отдыха. Столица республики по частоте запросов разместилась на 9-й строчке рейтинга курортных городов России. Самыми популярными стали Симферополь, Сочи и Анапа. На 4-ю строчку впервые поднялись минеральные воды. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург и Геленджик.